зачем кукла-то не понравилась? А это что? Это что? Это мелки. Я думаю, сейчас не актуально. Нет, я куклу возьму. Ой, убери шар, я тебя не вижу. Нет, куклу возьму, Все? Нет. Я выбираю куклу. Рыжеволосая нужна? Какая? Подожди ты, мама. Теперь мама. Хрупкие? А это мне... А это что? Это доктор. Сколько там овощей душ? Неизвестно у Яны. Я попираю резинки. Опять резинки? Да. А ты же уже не плетешь давно. Сейчас как заплету, да? Да. Ты как тот ослик и два стога сена, Ульяна. Думай скорей. Ну. Ладно, беру. Нет, пакет не нужен. В итоге куклу надо было покупать, чтобы она вот так вот висела, привязанная к шарику. Игры заключаются только в этом. Тетя. А почему тетя какая-то квадратная? Потому что у нее плечи бывают как вот эти плечи. А руку у нее маленький же листик. Можно нарисовать красиво. Я не поняла. И все, что я это сделала... И это все. Ставьте лавки. Лавки? Ставьте лавки? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Последние два дня Ульяна пишет письмо Деду Морозу. Уже очень много писем она исписала. Ну вот на данный момент это вот так вот. С одной стороны, это здорово, наверное, когда... Ты еще находишься в таком возрасте и можешь верить в сказки и в существование Деда Мороза. С другой стороны, меня немного стало в последнее время напрягать, что Ульяна превращается в такого потребителя. Даже потребителя из одних больших букв. Игрушки перестают быть ценностью. Самое главное – игрушку эту получить. В лучшем случае поиграть пару дней. В худшем случае играется всего несколько часов, а еще лучше кладется сразу же куда-нибудь там на стол, закидывается в дальний угол и забывается вообще о том, что такая игрушка когда-либо вообще существовала. И вот этот вот момент, то, что Ульяна хочет Барби с домом, и в своих мечтах она рисует, что этот дом просто огромный. Теперь стоит вопрос передо мной, покупать или не покупать. Тратить на это деньги или не тратить.